конечно, не здесь бы я не был, или в бывшем женском Вознесенском монастыре. И по ней ежегодно служили службы, ежегодно. И никто не знал, а почему служатся службы? Да кто она такая, задается вопросом Тверская консистория. Мне очень понравилось, как на этот запрос ответил протоиерей отец Иоанн Матвеев. Вот знаете, как ответил? Мой прадед служил, мой дед служил, мой отец служил, и я буду служить. А кто такая матушка Пелагея, почему по ней проводят панихиды ежегодно, я не знаю. И вот эта тайна была раскрыта только в 2002 году, потому что мы получили благословение провести церковно-археологический раскоп. Рядом с мощами был обнаружен маленький такой сжатый остаток, кусочек монашеско-похоронной сандали кожаной. Когда реставраторы выпрямили в растворах специальных, выпрямили этот кусочек и в Киоте сделали дар нашему монастырю, это было в 2003 году, как раз в наш престольный праздник, вот, 28 августа, мы вот как стояли там 500 человек на площади, такой вздох был, потому что мы увидели образ, контур матушки. Представляете? Сейчас вы это посмотрите. Пойдемте. Вот. Видите, образ. Это остаток кожаной монашеской сандалии. А почему по ней панихиды служили, по матушке-то? Оказалось, матушка убитой, насильственная смерть. Вот вам почитание. Но, к сожалению, архивных документов не сохранилось об этом злодеянии. Но я задаюсь вопросом, а могли ли быть эти архивные документы, да? Потому что, на мой взгляд, она, скорее всего, была убита как раз в польско-литовское нашествие на Старицу в 1608-1609 года. Я просто скажу вам одну удивительную вещь. По Пиццовым книгам начала 17 века я насчитал, на этом небольшом пространстве земли, где мы с вами находимся, в Старице, было 30 церквей и 4 монастыря.